Меня зовут Иван Архипов, я технический директор по бренду Dietrich компании БДР. Мы хотим вам показать нашу новинку этого года. Это самый большой наш настенный кондиционный котел мощностью 160 кВт. Если вы подойдете поближе, вы можете заметить, что в отличие от других производителей, которые представлены на этой выставке, у нас, скорее всего, у единственных представлен котел с необычным материалом теплообменника. Это сплав алюминия с кремнием. Материал, который наиболее хорошо подходит именно для теплотехнического, для котельного оборудования. Хорошо забирает тепло, хорошо тепло отдает. Благодаря его свойствам, мы можем получить именно ту форму, которая нам необходима. То есть производство данного теплообменника получается путем литья. Никаких ограничений на форму, соответственно, его эффективность у нас с вами здесь нет. Также впервые именно на этом котле у нас представлена новая автоматика нового поколения. Автоматика называется D-Matic Evolution и позволяет управлять всеми возможными типами отопительных установок, включая самые сложные, включая бассейн, вентиляцию, различные контуры отопления, контуры теплых полов и прочее. И также эта автоматика позволяет нас закаскадировать до 8 котлов в каскаде. Как вы уже видели, повесив 2, 3, 4 или повесив 8 котлов спиной к спине, мы можем получить компактное решение для мощности до 1 мегаватта. То есть как раз такие решения у нас предназначены для крышных котельных, для котельных достаточно небольшого объема, предназначены для отопления как жилого сектора, так и административных зданий, и в том числе и производства. Если вы посмотрите правее, вы увидите один из наших флагманов – это напольный котел серии C, то есть это тоже конденсационный котел. На базе таких котлов у нас уже построено достаточно много котельных. Вы можете увидеть на таблице подсветкой примеры таких котельных. Как правило, это котельные установлены на крыше высотных жилых домов. И то, что сейчас у нас вообще представлено на стенде, это именно флагман котельной технологии, это конденсационный котел. Напольное исполнение, да. Напольный компакт, да, есть. Настенные большой мощности с возможностью каскадирования, все есть. Маленькое домашнее, в небольших габаритах мощность 140 кВт. Ни у кого из производителей нет такого необычного, компактного и доступного котла. По всей поверхности. Вы можете видеть, самый интересный наш котел, необычных габаритов, необычной мощности, 40 кВт, точно таких же габаритов практически для любого среднего коттеджа или жилищного, или небольшого дома. Котел, который предназначен для обеспечения людей теплом и горячей водой. 40 кВт, как я уже сказал, в таких же габаритах. Широкие возможности по управлению. Этот котел поддерживает современный протокол обмена информацией OpenTherm. То есть к нему можно подключить стороннюю автоматику, которая управляет контурами. К нему можно подключить дистанционное управление, которое вы видели на базе зонта. С планшета, с компьютера, со смартфона управлять своим отоплением. Несмотря, скажем так, на его скромные размеры, этот котел мы также можем повесить в каскаде, управлять каскадом и получить мощность, если мы возьмем два котла, порядка 80 кВт. То есть более чем достаточно. Если вы посмотрите уже вот сюда, вы можете видеть также классическое решение котла. Действительно готовый каскад из настенных кондиционных котлов. Каждый из этих котлов может достигать мощности 115 кВт. Также мы предлагаем законченную гидравлическую обвязку для каскадного контура вместе с теплоизоляцией и вместе с гидравлическим усилителем. Собирается все достаточно просто, особых знаний не требуется. Достаточно навыков монтажника. Минимальное количество инструментов, буквально за несколько часов мы получаем уже прокачанный закручивание. Да, конечно.
сделать с ролью, с разрезом.